Привет, культурные мои! С вами я, Эмилия Культурица. И если вам показалось, что я иду на спектакль с участием Аль Пачино и Леонардо Ди Каприо, то это почти так. Я нахожусь в театре драмы имени Наума Орлова, где завтра состоится последний спектакль «Портрет Дориана Грея» с Борисом Петровым и Степаном Арефьевым. Милый мой! Муа. Ну, пойдем, культурица! Роль Дориана Грея исполняет артист Степан Арефьев. А в роли лорда Генри Уоттона народный артист Борис Петров. Лорд Уоттон, вот он. Высокий артист, высоко забрался. Ой, батюшки, а эту красоту сделал Олег Иванович Петров, художник спектакля. О, сразу видно, Житинкиным работал. На шляпе-то лифчик. Режиссер спектакля Андрей Житинкин накалякал декорации, я так понимаю, да? Эскизил. Это вот то, что он нарисовал со словами. Ну, вот это играй, вот тут не играй. И главное, зеленый половичок положишь. Я говорю, ладно. Это травка будет. Да, это травка. А это вот. Москвичи, понятное дело. А потом, да, потом это вышло вот в такую канитель. А это же сам режиссер спектакля Андрей Житинкин. Это не Житинкин, это лучший, это Степан Арефьев. Степа, два вопроса. Чего в очках ты сидишь? И второй. Не страшно прощаться-то, не обидно? Ты именно вот так вот в двух очках сидел здесь, практически на этом же месте, режиссер спектакля Андрей Альбертович Житинкин. И спектакль прожил свое, он более 100 раз был сыгран на этой сцене, более... 100 тысяч человек приблизительно, там более 90 тысяч человек посмотрели этот спектакль в разных городах России. Удачки тебе! Давай чмокнемся! Муа-муа! Можете поведать об этом, хоть всему миру, все равно вам никто не поверит! Ну что ж, дорогие мои, 16 января, 18:30, последний спектакль, портрет Степана, портрет Дориана Петрова, портрет Дориана Грея. Приходите, все, начинаем. Третий звонок, последний. С вами была Эмилия Культурица. Пойдем, Культурица.